Порядка 60 борцов из 4 стран мира приехали в Северную Осетию на сборы. Это спортсмены из Монголии, Армении, Грузии и Индии. Сейчас они готовятся к европейскому лицензионному турниру. Это важный этап. В случае, если спортсмен выходит в финальную схватку, сборная получает право выступить в определенной весовой категории. Соревнования пройдут через месяц в Венгрии. Как идет подготовка, расскажет Хетак Плиев. Поделиться опытом, перенять лучшее от остинской школы борьбы приехала сборная Армении. В ее составе титулованный борец Саркис Овсепян. За эту сборную выступает и наш земляк Хаджимурат Гацалов, а еще один из сильнейших спортсменов Арсен Арутюнян. В прошлом году он выиграл чемпионат Европы, а в этом стал бронзовым призером. На эти сборы борец возлагает большие надежды, ведь именно качественная подготовка может послужить залогом предстоящих побед на соревнованиях. Я не первый раз здесь. После сбора во Владикавказе я обычно хорошо выступаю. Здесь уровень борьбы очень высокий. Не зря считается, что здесь самые сильные борцы, поэтому приезжают спортсмены и из других стран. А на соседнем ковре спортсмены из Грузии. Они тоже приехали в Северную Осетию, чтобы улучшить свои навыки. В их составе уже именитые вольники, такие как Автандил Кинчадзе. Сборная Грузии не в первый раз проводит сборы здесь. И раз уж возвращаются, значит, есть зачем, признается наставник. Нас уже гости не назовут, потому что мы часто приезжаем сюда. Нас здесь очень нравится нам, потому что здесь главное, что есть хорошие соперники, там спортсменов много, еще все здесь хорошо, гостиница, все хорошо, для нас это все хорошо. А это сборная Монголии. Они тренируются в Северной Осетии тоже не впервые. В составе команды 12 спортсменов. Среди них призеры чемпионата мира, Азии и азиатских игр. Две недели тренируемся, обычные тренировки, это, потому что осетины это сильные борцы, здесь Сослан Арманов, Гацалов, Сидяков, много-много, это мировые борцы, поэтому мы обычные тренируемся здесь. Улучшить навыки и побороться на одном ковре с достойными спортсменами для ребят в этом зале – главная задача. Всего приехали порядка 60 спортсменов из 4 стран мира. И у каждого одна цель – выступить на Олимпиаде. Но чтобы туда попасть, у сборной должна быть лицензия. А получить ее можно на специальном лицензионном турнире, который пройдет через месяц в Венгрии. Хетак Плиев, Александр Каджаев, Новости Осетии.